уже этого года трактор, да? Да. Уже с кнопочками. У вас агрегат сутками работает, да? Да. Вторая смена есть. И сколько вы за смену успеваете закультивировать, если... Не считается, не знаю. А, не считаете? Ну, 3-4 дня только работаем, пока еще не вникли. А, не притянулись еще? Я с другого района, поля не знаю. Никто не говорит. Обычно бумага дают, да? Ага. Номер поля там. Бортовика, компьютера нету. Это у вас кировится совсем свежачок, да? Сколько? 147 моточасов. Да. И как вам трактор, впечатление от нового? Пойдет. Иномарка, конечно. А на старых, на предыдущих работали? Доводилось? А кайрусов нету. Я на Джон Дире работал. Парламане, ЛМДС. 84-30? Да, на 20, да. На всякий. Ну и как после Джон Дира впечатление? Глупый вопрос, конечно. Но... Иномарка есть иномарка. Что ты говори? Все удобства под рукой. Но здесь вот тоже уже стремятся, да. Как говорится, к лучшему. Это вот 2-4 ходите, да, скорость? Да. И еще не обкатанный. 14 километров в час? Да, сказал я. А, больше не давать? Да. Он уже начнет кидать. Местами сыроватые места есть. Это вот там вот вы говорите, вдоль посадки, да? Ну, здесь снег затает туда. Ага. По склону. Сразу слышно трактор, как нагрузку дает. Ладно, спаренные колеса еще. Да. Забурился. Утонул уже. Ты и поле портишь? Конечно, перетрамбовывает. Да. Галил, видишь там? Ага. Сырость. Сырость. Ну а так вот, смена на культивации, сколько топлива сжигает? Заправляете по сколько? Заправка почти уходит. Бак? Да, больше полбака уходит. Вообще вода стоит даже на поле еще.
еще ставите?